жили на своей земле, ведь воруют друг друга. Ау, Томсон, ну так, это же наши проблемы. Воруем мы там друг друга, убиваем мы друг друга. Что бы мы ни делали, но это наше дело. Оставьте нас в покое. Если мы будем там воровать друг друга, ну, скажете, да, пусть бесятся там, оставьте. Что же вы к нам лезете? Вот это не пойму. Вы у себя в стране друг друга насилуете швабрами, и не только швабрами. Сажаете в тюрьмы и насилуете там. И, ну, это ваша проблема, которую вы должны решать в своей стране. К вам же никто не лезет. Не лезьте и вы к нам. Мы-то, по крайней мере, швабрами никого, ну, до прихода вашей оккупации нашей земли у нас не было. На бутылке у нас вот сейчас начали сажать, когда вы к нам пришли. До этого у нас подобного никогда не было. Поэтому займитесь своими проблемами, а мы займемся своими. Ты так говоришь, будто это мы придумали. Русский народ так же угнетают, как и все. Ну так это вопрос российский. Это россияне должны его решать. Решайте. Точно так же то, что у нас, если мы воровали у нас людей, как вы говорите, это наш вопрос. Не россияне должны решать наши вопросы. Оставьте в покое. Чеченцы сами разберутся. Просто выведите войска, оставьте нас в покое. Это наше свободное, суверенное государство. И вот внутри своего государства проблемы, которые у нас будут, если мы будем воровать людей там, будем убивать, что бы мы ни делали, мы сами будем это решать. Не вы должны приходить к нам, оккупировать и что-то у нас решать. Вот сейчас, как пример, я говорю, вы швабрами и не только швабрами насилуете зэков, к вам же не приходят войска НАТО и не решают у вас эту проблему. Вы ее сами решаете. Там, будьте добры, оставьте нас в покое, мы также сами порешаем, накажем всех, кто будет воровать, кто будет убивать, кто будет неправильно себя вести, всех накажем, посадим, угомоним и будем развиваться, иншаллах. انتظري.